Глава округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов совместно с Одинцовским городским прокурором Евгением Кунегиным проинспектировал ход летней оздоровительной кампании в лагере «Настоящих героев», действующем на базе парка «Патриот» в Кубинке. Как отметил Андрей Иванов, в лагере созданы все условия для воспитания настоящих патриотов. Всего за летний период в лагере пройдет 7 смен, продолжительность каждой 12 дней. И за это время лагерь настоящих героев примет более 2000 детей. По муниципальным путевкам сюда отправят 52 школьника Одинцовского округа.